Спокойствие, только спокойствие. Простите, у вас можно тут приземлиться? Чего? Приземляемся. Мирафлора, как всегда, прекрасна. Это через неделю после привоза 17 апреля. Сегодня 25 апреля. Посмотрите, какая нежнятина. И это голландские орхидеи. Орхидеи очень хорошего качества. Очень хорошие бутоны. Это Asian Coral. Очень яркая, красивая. Посмотрим, что у нее с корнями. Ну, корни есть. Гнилых нет. Листья хорошие. Бутоны отличные. Бутоны распустятся, можно не сомневаться. Это качественные орхидеи. Но цена, конечно, 43 белорусских рубля. Вот эти. Это белорусские рубли. Это больше 10 долларов. И дальше у нас есть еще по... Это Фронтера. Есть еще по 55, по 45 и по 39. Вот это вот немножко будет по 55. Вот это вот что? Мне кажется, какой-нибудь черничный пирог может быть. Названий на горшках нет. Все, как всегда, голландские орхидеи приезжают к нам без названий. Это похоже на Манхэттен. Очень симпатичная. Корни даже я показывать по большей части не буду, потому что нормальные все. Ну, а это первый раз, первый привоз. Клубничный пирог, strawberry cake. Клубничный пирог был в прошлом привозе как мультифлорка, а это стандарт, это большое. Это Pretty Romance красотка. И это еще раз клубничный пирог, насладиться. Он не один тут, так что можно брать. Похоже на Манхэттен. Вот такая вот красоточка. Мирафлора желтенькая с красной, с красной губой. Это малютка, мультифлорка, беглипчик белый. Очень темная, темно-бордовая. А это у нас золотой леопард, golden леопард. У нее... бархатные, тяжелые лепестки, слегка размытый фон. Еще один беглипчик, мультифлорка беленький. Asian Coral, вот это вот нежнятина. И как это ни странно, но у нас есть Magic Art по 45 белорусских рублей, бери, не хочу. Еще беглипчик. И хочу показать вам одну красотку Magic Art, у которой мутация, один лепесток процвел как каменная роза. Потому что это как бы мутация между Magic Art и каменной розой. Он может цвести так, может так. Ну, как правило, каким мы покупаем, таким и цветет. Единственное, что вот какой-нибудь цветок может быть наполовину. Вот как здесь каменные розы. Это Asian Coral, и он очень красив, очень насыщенный цвет. И такие в материке в прошлый раз под Новый год были по 72 рубля. А это мультифлорки. Мультифлорки по 39 рублей. Еще раз напомню, что привоз был 17 апреля, и через неделю, 25-го, то, что осталось. Цена не демократичная, поэтому, наверное, осталось много. На горшках нету названий, поэтому я вам говорю названия тех, которых я помню. Ну, а тех, которых не помню, не говорю. Вот такая красота оранжевая. Белые беглипы, мультифлорки с разной губой.
и еще несколько биглипов, мультифлорок, маленьких цветочков, где-то сантиметров 5-6. То есть, кто любит биглипы, то тут есть выбор мультифлорок. Вот такой вот у нас получился обзор. Показываю корни. Здесь не особо видно, здесь много, здесь очень много, и все корни хорошие. Единственное, что я увидела, это держатель был в плесени, но это совершенно не страшно, это можно вытереть и все.